Боевые ордена наших прадедов и дедов, боевые ордена, нам принесшие победу. Непростым военным будням, суровой фронтовой жизни и такой долгожданной победе посвятило свое выступление большое количество участников открытого конкурса патриотической песни «Молодежь и время. Подвиг во имя будущего». Несмотря на довольно непростую тему творческого состязания, каждый участник, вне зависимости от возраста, постарался подойти к ней максимально серьезно и ответственно. Хорошая педагогическая работа, скажем так, работа педагогов. У нас сейчас, наверное, много работает преподавателей, которые занимаются вокалом. И это различные студии, и все. И вот это Брестская, скажем, какая-то такая школа, она присутствует, понимаете, вот чувствуется, как, насколько хорошо идет работа над голосами. Дети замечательные, эмоциональные, умеющие подать произведения. И я просто в восхищении сижу сейчас и наслаждаюсь тем, что я слушаю сейчас. Конкурс проходит в стенах Центра молодежного творчества уже несколько лет. И каждый раз он открывает миру новых талантливых звездочек, для которых песня и музыка – это что-то большее, что-то светлое, искреннее, то, что сподвигает на новые задачи и творческие свершения. Для меня музыка – это занятие, это для меня творчество. То есть, если вот учеба сравнить с музыкой, то музыка для меня, ну, это намного больше. Я очень люблю на вокал ходить, петь люблю и участвовать в всяких конкурсах. Высокий уровень исполнительского мастерства, артистизм, чистота голоса, музыкальность – все это присуще юным талантам Брещины. Они с удовольствием вступают в конкуренцию и искренне радуются, когда есть результат, когда все получается. А это значит, что впереди у этих ребят новое свершение и новые горизонты.